Я до сих пор не могу понять, как Барт мог вчера в бане забыть свою GoPro. Просто, это же золото, а он ее забыл. Но мы сейчас уже едем рисовать вместе, и я ему ее отдам. Уже будет привычный вам голос человек вести это видео. Что, жук? Ну я понял. Давай, тусуйся туда. Давай. Да разберемся. Спишу. Я когда закончу, я напишу. Давай. Оба, пес, будеш майонез. Минуснем москалей с нашего детского трейнлайна. Что ты, чепуха? Какой красивый. Блин, у меня ничего не мать тебе дать. Читайте, похлаж. Какой хороший. Только не кусай меня за яйца. Я вот хотел об этом пошутить, но подумал, что не стоит. Так а что дома, блядь? Кот? Че ты? Как дела? Какой-то ты неразговорчивый. Сучий пес, не ты, а баллон. Пиздец. Тут застряла красочка. О, thank you. Да я пытаюсь этот баллон раздуплить, он не раздупляется. Это нужно ковырять его нормально дома. Сука, сейчас прям в ад нахуй уйду туда, в дырку. Ух, сука. Вот это сейчас будет финт, конечно, с этим скелетом. Да, я так еще не рисовал.
Ах ты сущий пес. Мой старый друг, привет. Мой старый друг, блядь, у другого моего старого друга. Ха. Бля, мне чтоб еще и воды и мульти хватило. У меня только один бочонок. Два куска? А? Нет, на один кусок. Второй хромовый кусок. Пиздец, что-то он прям очень плохо пишет. Пылесос ебучий, обычно он такой струей хуярит. Еще воды, блядь. Ну, сука, и так прозрачная. Куда еще воды? Но все указывает на то, что краска сильно густая и не проходит через сопло. Ебать. Наконец-то он раздуплился. Просто. В сопле была куча всякой хуйни. Ну, вот так получше будет. Кому интересно, как эта хрень называется, она называется Warcraft. Warcraft. Такой вот краскопульт. Аккумуляторный. Аккумуляторный краскопульт. Какие-то малые идут. Графинчики, графинчики. Около графинчики. Я бы тоже подошел, просто поклевал ебалом бы. Блять.
Блять. Да. У меня белого нету. Ну, в машине вроде должен быть. Ну да. Ты знаешь, на самом деле такое место, что я лучше приду сюда, что-то крутое потом ебану цветное. Слушай, ну что, наебать тебе нельзя, че шо? А? Тебе что, наебать нельзя, че шо? Тупо впритык хватило. А, блядь, вот тут полоски только не сделал. Готово. Панель едет.
Отпечаточки оставил. Колючки ебучие.
Чё он не вкрывает? Нормально, это ж blackout. В чем проблема, блядь? Чё я 100 раз, сука, должен наводить это? Малые пошли на бурю смотреть. А ёбаные ёлки. Сука. Бля, ну это 13 такой, конечно. Не прикольно. Не, странный.
А тут у тебя такой посвежее видно, что белый, что свежий, а у меня как будто уже провисел пару лет. Такие цвета, блядь. Да-да-да, тусклые. Только тот, блядь, почти. Только тот почти 10 лет назад нарисован. Черные забивки. Сэр умер. Царство ему небесное. РВЦ это, он был в этом ванне, да? По-моему, да. Ну, я такое хромовое сделал. А бы было. С Феди? Не, ну там я плотно проливал, блядь. Ну, вон мои старые куски. Это 14-й? Та... Да, 14-й. Да. Я думал, тут желтым контуром 14-й, думаю, нихуя себе. Старые. С этого лучше всего видно только биос. Ну да, он темный. Не, я думаю, что в расположении трава будет, трава и биос такой. Хуйня, 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 потом у меня на нахуй биос, бард, блядь. Пойдет. Все.